Бәріне сәлем, бұл e-history сайтының интеллектуалдық ойыны. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Дидар Жексеков және Диас Абдрахманов. Ассалауму алейкум баршаларыңызға, всем привет. Меня зовут Дидар Жексеков, участник команды КВН «Спарта» на Матастана, чемпион высшей лиги. Меня зовут Диас, мне 26 лет, работаю киномехаником в кинотеатре, показываю кино. Закончил 9-й лицей. Да, сдавал ЕНТ по двум предметам – история Казахстана и всемирная история. По истории Казахстана я набрал 25 баллов из 25, а по всемирной истории – 23 балла из 25. В Астане в 48-й школе. К вопросам я не готовился пить. Неплохо. ЕНТ тоже сдал неплохо. Где-то повезло, может, 23, по-моему, или 22. Я позвонил своему школьному учителю. Это Марат Умирзакович, на тот момент учитель в 9-м лицее. Вот, он мне очень сильно помог. Марат Умирзакович, спасибо вам большое. Я вам передаю огромный привет. Ну, что-то помню, года не помню, хронологию. Придется на интуицию рассчитывать теперь. Только на интуицию и на логику. Ну, я надеюсь, мои результаты ЕНТ после этой программы не аннулируют. Ну, зато правда. Не делайте так больше. Бірінші тур. Блиц. 10 сұрақ, жауап нұсқалары жоқ. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл. Түркістан қаласында кесенесі салынған сопылық поэзияның негізін салушы ақын. Ақын? Қожа Ахмет Ясауи? Ахмет Ясауи, что? Да, я буквально в прошлом году первый раз ездил. Это было с моим другом, Арман Алибеков, это бывший председатель Жас Отан по городу Чимкент. Вот он меня свозил, мы ездили со студентами университета. Мне очень сильно понравилось, я хочу туда еще съездить как-нибудь. Вопросы такие, да, где-то с подвохом все? Мал баққан көшпелі халықтардың қысы жазы отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Теперь на русском. Юрта. Кигзи. Хазавы. Кигзи. Хазавы тоже подходит же? Не первый раз слышу. Я иглу знаю, что такое хазавы. Конечно, знаю, братуха. Қытайдағы Сингер 2017 жобасында екінші орын алып, ерекше даусымен әлемге танылған әнші. 2000 каком году? Витас. А, ты про Димаш Құдайберген? Димаш Құдайберген? А, это, да, он, Димаш. Он? Мы с ним работали один раз на программе «Тунгу студия». Я работал у Нурлана Хоянбаева автором передачи. Именно на его передаче я писал сценарий. Был сценаристом. Нет, нет, не знаком просто. Не то, что не нравится, нравится, не знаком. Нет, ни разу не знаком. Я лично не знаю, какой он на самом деле, но он достаточно профессионально отрабатывает. Ну, мы с ним пересекались по работе он профессионал. Адыраған КСРО орнына 1991 жылы 21 желтоқсанда құрылған халықаралық ұйым. СНГ? СНГ? Белоруссия, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Қазақстан, что там было, Литва, Латвия. Были? Не были? А, Россия. Забыли про Россию. Ну, которые были в СССР, вроде не входят туда. Литва, вот они не входят. Латвия, Литва. Что там было? Литва, Латвия. Ну, мы играли в Минске в первой лиге. Там вылетели в полуфинале в Украине. Тоже в высшей украинской лиге играли, стали вице-чемпионами. В России практически во многих городах были. В Крыму были. В Кыргызстане были. В Бишкеке. А были в Азербайджане, в Баку. В Дагестане, в Грузии я лично не был, но команда была именно в Батуми, у нас там друзья живут, они на концерты. В Армении не были. Еще расскажи дату, я чтобы знал. Ұлы Отан соғысы аяқталған жылы. Ұлы Отан, да? 45-й.
45-й? Нет? Да? Нет, я посмотрел последний выпуск с Есеном Милюкеном, он назвал точные даты, я запомнил. Мы выиграли. Наши выиграли. Тұңғыш президент 2019 жылды қандай жыл деп жариялады? Какой год? Год молодежи. Жастар. Так. Жастар? Правильно? Жастар жылы, да? Вот. Нет, я ни на одном не был, ничто не знаю, просто вот в городе увидел, жастар жылы 2019, поэтому только мог. Домбра, қобыз секілді аспаптарда тартылатын дәстүрлі музыкалық жанр. Фольклор? Нет, подожди, еще раз. Кү. Кү, правильно. Кү? Один кү есть, я его забыл, как называется, сейчас подожди. Аль-Киса, Нурғисат Линдиев, мне очень сильно нравится. Ну, понятно, Балбраон, Адай, Казангаповский, очень многие есть крутые кю. Так что-то Туркмен кю или вот так называется, вот он мне нравится. Я учился в школе Абдулхамита Раймбергенова, там практически все ребята играли на домбре. И мы там с 1 по 5 класс играли, а потом я переехал в Астану. Нет, я не умею на домбре играть, честно. Тангар-тангар это не считается. Қазақтың екінші, ал әлемнің 309-шы ғарышкері. Талғат Мұсабаев. Так, как же его звали? Который с усами, Талғат Мұсабаев, вроде. С Талғат Мұсабаевым? Нет, мы, по-моему, тоже пересекались один раз на мероприятии, так поздоровались. И все. А так, чтобы пообщаться, не было возможности. Нет, я ничего не... Вроде он, смотри, депутат, да, как я знаю? Был или депутатом? Что-то такое. В детстве я мечтал быть президентом. Как и, наверное, многие мальчики. Космонавты, они тоже очень сильные физически. Это надо полностью отдать себя, чтобы работать на этой профессии. 20-шы ғасырда ауданы жағынан әлемде 4-ші орында болған, бірақ адам әрекеті салдарынан экологиялық дағдарысқа ұшыраған теңіз. Аральское море? Этот вопрос к Казахстану отношения нет, да? Значит, Аральское? Вроде из-за того, что реки засохли, которые лили в Аральское море. Наверное, так. Бірінші мамыр күні қандай мереке аталып өтіледі? В Казахстане. День дружбы народа. 1 мая. День единства Казахстана. Народа Казахстана. Я типа выиграл, да? 2-ші тур. 10 сұрақ. 4 жауап нұсқасы, біреуі дұрыс. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. 19-шы ғасырдың 50-ші жылдары қазақ шаруаларының азаттық күресі болған аймақ. Каком году? Наугад придется мне ответить. Жайық бойында. Наверное, это Жетісу. Пусть будет Жетісу. Буду знать теперь. Сыр бойында. Неправильно, что ли? Пусть будет Сырдария так. Зато люди запомнят. 1854 жылы құрылған ішкі округ. Но это семей. Там очень много найманов, я знаю. Он тоже на этот вопрос у меня нет ответа. Просто придется на угол. Я сам найман. А мне все родственники найманы. Пусть будет, семей будет. Правильно? Только на интуицию могу положить. Когда еврей шел на Иерусалим, Найман оттуда возвращался. 1960-шы жылдарда титан магний комбинаты салынған қала. В Ускамане много заводов, пусть будет в Ускамане жить. Так как в Ускамане много заводов. Ну, в Ускемен, там тоже очень много найманов.
19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ тарихына қатысты ғылыми еңбегі үшін айыпталған ғалым. Я скажу, что Джумаділов, потому что это капитан моей команды, Данияр Джумаділов. Данчик, надеюсь, это правильный ответ. Смотрите, вывари. Правильно, что Данияр никогда нас не подводил. Нет, вообще ни одной фамилии не слышал. Лик Маханов, я буду знать. Әбілқайыр хандығындағы басым көпшілік тайпа. Қыпшақтар. Пусть бұл ноғайлар, наверное. Скорее всего. Маңғыт слова не слышал. Қыпшақтар, значит, қыпшақтар получается. Уйдите на связь. Монголия жерінен табылған түрік жазба әдебиетінің көне ескерткіші. Ну, это я знаю. Орхон Енисей, да? Скорее всего, Күлтегін. А, Күлтегін, да. Я видел фотографию в Евразийском национальном университете. Он, вину его копия вроде стоит. Ну, красивый такой. Древний. Запоминающийся. Бұрындықтың қазақ хандығын билеген уақыты. Еще раз помедленнее. Ну, с точными датами у меня немножко проблемы. Ну, смотри, мне интуиция говорит, что это А-вариант, 11-18. Я вот кто-то помнит, что правил между 11 и 18 годами. Давайте наугад. Ну, третий вариант. Нет ответа. Только могу. А уже неправильно, да? Пусть будет тогда Г-вариант. Последний. 98. Да, 98. И он неправильный. Қазақстан Республикасының ең алғашқы қорғаныс министрі. Сағдат Нұрмағамбетов. Сағдат Нұрмағамбетов. Ну, я знаю просто. Папам Министерство обороны жұмыс істеген. Я в армии служил, я знаю, кто был первым министром обороны. Шыңғыс хан құрған монғол мемлекетінің басты заңы. Ну, точно не жеті жарға. Слово на казахском, если бы он сделал бы закон, было бы на монгольском, да? Значит, не жеті жарға. Жасақ. Жасақ, наверное, тоже нет, потому что слово на казахском. Он завоевал практически весь мир, создал великую Тартарию. Наверное, дала заңы все-таки будет. Дала заңы. Братана халықтарының өкілдерін тыл жұмыстарына алу туралы жарлық қашан шықты? Ну, давайте тоже наугад попробуем. Ответ номер два. Самый ранний пусть будет 15. Үшінші тур. Фото сұрақтар. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. Суретте киіз үйдің қай бөлігі бейнеленген? Кереге. Кереге вроде называется. Мен кішкентай болғанда шаңырақтың астында тұрған ғой, басыма шаңырақ құлаған. Суреттегі өнімді даярлайтын компания қалай аталады? Рахат. Рахат, что такое, не? Біз жиі өзімізбен бірге алып тұрамыз. Ресейге барғанда, басқа жақтарға барғанда, достарымызға осы Қазақстан шоколадын сыйлаймыз. Да, өте қатты сұрайды. Себебі бәріне белгілі, Қазақстан шоколады ол өте тәтті шоколадтардың бірі деп есептеледі. Бұл қай көл? Көлсай? Нет? Көлсай. Большой Алматинское озеро. А, Бао, Большое Алматинское озеро. Нет, я не был. Просто все озера сказал, которые я знаю. Честно, по-моему, не был. Но и был на Көлсай. Суреттегі кімдер? Дос Мұқасан. Дос Мұқасан. Менің ең сүйікті әнім «Куа бол жұлдыз». Той жыры и жігіттер әні. Ол, который все знают, той үстінде тәтті күндерінің атмын кесін. Бұл кадр қай кинотуындыдан алынған? Я же говорил, эти кинотеатры, да, работают? Тамерис это, я точно знаю. Тамерис похож. Хороший фильм, только долгий слишком. Да, мы ходили на премьеру.
ЦКЗ «Казахстан», например, в Астане. Ну, видно сразу по декорациям и по костюмам, что очень дорого и, скорее всего, это тамерис. Бүгінгі тартысты ойында Дидар 32 ұпай жинады, ал Диас 30 ұпайға ие болды. Біздің бүгінгі жеңімпазымыз Дидар Жексеков. Құттықтаймыз! Біздің көшбасшылар кестесі сіздердің алдыңызда. Бірінші орында Айнар Абайжан. Ну, было интересно, да, это полезно, такие шоу устраивать. Это шоу, да, вообще? Или как? Устраивайте такое, чтобы молодое поколение знало нашу историю. Если она нам не нужна, она вообще никому не нужна, наверное, история Казахстана. Мне очень сильно понравилось участие в данном проекте. Он очень познавательный. Я думаю, он принесет очень много хорошего. И как маленьким казахстанцам, так и уже взрослым. Спасибо вам, ребята, большое за то, что вы делаете и то, что уделяете время такому проекту. И за приглашение, конечно, спасибо. Сізбен бірге болған e-history сайтының интеллектуалдық ойыны. Жігіт біз күніміз, төбемізде тұр әлі. Сол кешегі ерке қыздар енді бізді оғады.